Вот сегодня 26 июля 16 года, вторник. Я пришел к Усиновым в гости. Это наш лагерный Степа. Был сестра Анфиса, Елисавета. А это наши хлопцы. Так, не наклоняйся над тарелкой, отодвинь от себя. Дайте ему кусочек в руку. Как я вас в лагере учил. Видишь, они как хорошо здесь расположились. Вот так. На стол, чтобы не заваливаться. Вкусно готовят? Вот, давайте. Подкрепляйтесь. Сохранится на память. Приветливый дом. Мы очень благодарны. Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Ты просто... А что вилкой-то ешь? Почему? Ложки не дали разве? Да как ложки? Бери ложку. Ну, по неволе будешь падать. Хорошо. Аппетит хороший, ребятишек. Вчера ребята пошли купаться, едет. Я говорю, а что не берете? Да они, говорят, засопливили двое. Пожалели вас. Вода, наверное, уже прохладная. Ну, сколько дней, дожди идут и идут, и никакого удержу нету. Давайте, значит, дядя Володя пошел туда. Там у них ужин. Я тоже пойду сейчас. Я ребятишек, видишь, посетил сегодня. Там они разместились очень хорошо. Там койки есть. Все у них заправлено. Чисто. Вчера звонит мне помощник прокурора из Мамонтова. Ну, по-хорошему, который первый раз были-то по делу Тимошки. Ну, я говорю, лагерь в этом состоянии он уже быть не может. Но он останется, и теперь вы не прикоснетесь к нему. А что будете? Я говорю, увидите следующий год. Переходим на следующий этаж. Это мы уже прошли. Будет по-другому. И вы не прикоснетесь. Никакой Роспотребнадзор там нападает, или полиция, этого ничего не будет. Раньше мы были, уходили в подземелье, а сейчас будем подниматься в высоту. Вы нас не увидите. А как? Я говорю, так вы считаете себя мудрыми. А мудрость только во Христе, поэтому мы в любом случае окажемся мудрее вас. Заинтересовались, что? Да слушайте наши ролики, я там все объяснил. Уже объяснил. Отовсюду, из Австралии советы дают, там, с Канады, как сделать. Что уберите слово «лагерь». Ну, правильно, лагерь будет убрано. Лагеря не будет, но дети будут. Все зависит от нас. О, у вас какие помидоры, огурцы хорошие. Ну-ка. У нас еще не поспели, ни то, ни другое. Так, а Василий-то приехал, нет? Нет еще, но должен уже. Обязательно, чтобы он заехал. Там эти книги, я подарю еще много Евангелия им для благовестия. Его отвезут. У него будет. Я даю, у нас очень богатые. И вот Евангелие удобно, в них написано по благословению патриарха Кирилла. Четверо Евангелия красные. Хорошо. Ешьте до сыта. Еще есть? Вот так. Ладно. Это последняя группа у нас из Екатеринбурга. Вот там окрестности какие. Вот билеты взяты на 30 июля. И раньше их никак нельзя отправить. Никак. Владимир Юрьевич Галиндухин. У них воспитатель. Собиралось 14 человек, а приехало 4. Постепенно отсеялись. Кто куда, то бабушка, то дедушка. Ну, работа идет. По славу Божию. Ладно, до свидания. Благодарим вас, сестры, за привет. У всех самые лучшие воспоминания остались. Уходим. У вас много гостей, я слышал? Ну, должны приехать. Ну, все. Завтра, послезавтра. Да будут они благодарны.